Привет, друзья, уважаемые подписчики канала «Настоящий узбекский». В нашем сегодняшнем видео расскажем вам о одном филиале KFC, Drive-In или Drive-Thru, как он еще называется, или просто как KFC Авто, который находится на улице Истикбол. Но лучшим ориентиром служит здесь университет Вестминстера и прямо напротив этого старинного здания Вестминстерского университета в городе Ташкент находится KFC Авто. Это двухэтажное современное строение, где можно заехать также на автомобиле. Не выходя из автомобиля, вы можете сделать заказ и отъехать чуть дальше. Вот вы видите здесь, к следующему окошку, подождать свой заказ и забрать его, не выходя из автомобиля. Такие, значит, пункты питания очень распространены на Западе, и вот у нас в Ташкенте появился такой филиал. Всего сеть KFC в Ташкенте или во всем Узбекистане пока насчитывает 7 филиалов. Они все пока что расположены в городе Ташкент. На нашем канале есть уже обзор о первом филиале, который был открыт в сентябре 2018 года на улице Буюк-Ипак-Юле. Это бывшая Максима Горького, метростанция. Прямо там находится первый филиал. А это уже один из последних филиалов, который называется KFC Drive-In. Двухэтажный, на первом этаже разместилось несколько столиков, на втором этаже тоже есть столики, а также барные столики. Я заказал кофе, а также заказал очень вкусный десерт, что-то там с лесными ягодами. Раньше, к сожалению, в KFC был также чизкейк, но, к сожалению, его сейчас нету, потому что они его почему-то убрали из своего меню. Тоже был очень вкусный десерт, но замена пришла быстро, есть много различных десертов. Вот как раз вы видите второй этаж, все сделано в таких прекрасных приглушенных тонах, очень молодежный стиль. Здесь также открывается красивый вид на улицу. Заглянули также в туалет, очень все чисто. Также в KFC Drive-In или Авто имеется летняя терраса, где можно будет посидеть летом с друзьями. Большое спасибо и до новых встреч. До свидания.